Фамилия, имя, отчество? Андреев Александр Геннадьевич. Звание, должность, воинская часть? Рядовой, старший наводчик. Старший наводчик чего? 219. Воинская часть 31-124. Где находится часть? Московская область, поселок Конец, Нарофаминский район. Командир кто части? Да, я когда уезжал, там был один командир части. Кто? Звание? Полковник. Фамилия? Полковник Харитонов. Командир роты твои? У нас не рот, у нас дивизион. Дивизион командир. А полковник Батурки. Какие, когда пересекли границу Украины? 23-24. Какие задачи стояли? Никаких, просто сказать, то, что ехать. Куда ехать? Зачем ехать? Мы вообще даже сами не знали. В какой области пересекали границу? В Курской области. Задачи какие были на Украине? Никаких. Я как встал, мне сказали просто, жди, типа приедет, помогут. Все. Сколько у вас зашло техники? И какой? Савушки, 4 машины. Сколько Савушек? 4? Да. А еще какие машины? За другие я не знаю. Кто старший был твоей машины? Сержант Жданов. Звать? Юра. Что с ним? Не знаю, вот его забрали все. Что хочешь передать своему президенту, своему командованию? За то, что уроды. Вот все. Почему? Не знаю даже. Ну ты еще что так считаешь? Да. Потому что кинули вас как мясо сюда, да? Ваши гибнут каждый день. Что-то еще хочешь сказать?